كل ما يدب يعني يمشي على الأرض يسمى دابة. Все, что говорит, человек ходит по земле, шагает по земле, называется дабба. سواء كان رجلين أو أربع رجل أو غيره. فهمت الشيخ؟ Будь это, говорит, две ноги или четыре ноги или же какой-то другой. لكن أحيانا تطلق الدابة على ذوات الأربع. Но иногда говорят, что дабба это тот, у кого четыре ноги. نعم. ويقال عن هذه التي يعني يحارب فيها يقال عنها دبابة لأنها تدب على الأرض. Также танк называется дабаба. Почему? Потому что он как бы ползет, да, идет, перемещается по земле. نعم. هذا هو. مفهوم؟ نعم. أي نعم. فأحيانا عندهم يقولوا على الذي يدب على وجه الأرض ها يقال حتى صاحب الرجلين، وبعضهم أحيانا يقصد به الدابة، الدابة هي ذوات أربع. الأربع. نعم. Одни ученые говорят, что все, кто ходит по земле, то есть будь это две или четыре ноги, все называются дабба. Другие сказали, что дабба больше имеется в виду, что будет четыре ноги. فلهذا يخطئ يعني بعض الناس. ولهذا الآن التفسير لا يفسر الكلمة فقط، لابد ينظر إلى سياق الكلام، هل يقصد مثلا ذوات الأربع أو يقصد كل من يدب على وجه الأرض؟ فهمت الشيخ؟ Поэтому, когда делается тафсир, надо же смотреть в основу слова, что подразумевается под ним, да, то есть под этим словом. То есть, даже слово «даббы», допустим, это у кого четыре ноги или две ноги, или это обобщает всех, да, то есть нужно смотреть в основу слова.